злодей. Начало положено. Вот, начало положено. Так, легкий сотряс. Какой злодей такой. Всем доброго утра. Мы приехали в неизвестно куда. Назовем это условно деревня номер один. У нас на эти выходные по плану три деревни. Вот начинаем с первой. Три деревни. Салам пополам. Да, сейчас. Сборы клюшек. Разборка лопат. И идем хреначить. Вон там. Красота. Дождик. Так, где мой прибор новый? Сегодня я пробую вместо квеста ходить с веником. Сейчас мне проведут легкий инструктаж, быстрый. Мой прибор новый на сегодня. Веничек. Ну сегодня все с майнлабами. Все с вениками, и один вон там етрахер ходит. Етрахер. Так что начинаем копать. Товарищ Алексей открывает счет. Вот он, Александр Второй. Ну, уже прикольно. Отхожу. Ни хрена, один мусор. А у Серга уже сколько? Минут 15, наверное, прошло. 20 максимум, да? 4 штучки. Ну-ка, и вот он сразу так хитрожопно в мыльный раствор. Что там, деньга? Копиндос? Катя, что ли? Катька, да, одна. Катя. Две копеечки. Прикольно. На той стороне, да, ходил? Да. Ладно, пошли. Слышь, Лех, мы не там ходим. Уже 4 монитосина. Серега же, блядь, не водит мостов, куда надо. Да он их с собой берет и подкидывает. Да. Все, красиво. Ну там вон, ну, Катя, даже, смотри, копиндос. Павел, Павел, деньга. Нормально, деньга просто. Леха шведа поднял. Пошли там, походим. Ну, ну пошли. Первый день с веником и первый монитос. И у меня, походу, деньга. Да, у меня деньга. Выскочила. Я, кстати, поднял деньгу вот здесь. Глубины сантиметра 3. Так, слушай, тоже не глубоко, где-то вот так вот примерно. Правой прям лежало. Вот, судя по залеганию, так же. Может, перепахано свежее. Так что пошли сигналы. Уже не все так грустно, как было в начале. И у Сержа вот из ямы. Вот такая маленькая иконка, образок такой. Носить с собой. Вообще мелочь. Приятненько. Серж пока лидирует по находкам. Как и всегда. Ну да, походу, блин, он очень много привозит с собой из дома. Школьники, школьники. Учиться надо еще, учиться. Неудачники. Вот, да. О, что там? Бляшка. Пряжка, да? Пряжка большая. Да. Пряженция. Еще и такая рельефная. Хорошая большая, ну. Так, у меня в этой куче тоже что-то. Сейчас будем проверять, что там именно. Вот, еще один приятный кружочек. Ай, не уронить. Сейчас попозже почистим, узнаем, что там. О, народ ходит, копает. Там вот вдалеке за елкой сидящий силуэт шведов достает. Еще один сигнал, походу, монетный. Самый наш везунчик по монетам. Так, у меня сегодня праздник, я уже достал третью. Достаю, вот она. Катя! Слышь? И это уже приятненько. Я сегодня с веником в ударе просто. Уже три. Так, здесь у Сержа хороший сигнал. Ну, блин, до тебя, конечно, мне еще далеко. Вот здесь, да? И здесь у Сержа... Ох ты! Шведос, что ли? Шведос. Да, швед. Два... А, не, слушай, это не швед. А у меня полкрестика. Это, блядь, крестовик, слышь? Чего? Сики. Это крестовик. О, да ладно. Да. Точнее, слушай. И сохран, смотри, какой. О, хорош. За красота. Вот здесь швед отсасывает. Иди посмотри. Иди сюда. Посмотришь на нормальную монету. Смотри. Да, я же говорю, охренеть. Бля. Смотри. Вот монетосина. Шведы сосут. А, штык. И сохранчик хороший. Сохранчик хороший. Я все же в ударе, блядь. Бей его лопатой. Четко-четко. О, у Лехи хороший Альфред. Я, ну, не хочу ее портить просто, блядь. Смотри. Упс. Ух ты, блядь, вот это красотка, блядь. Крестовик, да. Ух ты, блядь, это редкая монета, они дорогие, пиздец.
Блядь, что, ну, поздравляю, Сергей. Поверим на слово. Красавчик. А теперь беги. Уже смотри, уже 6, блядь, бей его лопатой нафиг. Сохранность у всех хорошая. Да, да. Здесь сохрана монет. А у тебя сколько? Нашел чем монет? Все. Я вот здесь. Смотрите сюда, пацаны. Смотрите сюда. Ёбаный в рот, смотрите, внимание. Слушай, оплавилось, оплавился, смотри. Смотри. Смотри, складень был, блядь. Пипец, блядь. Жалко, но все равно приятно. Да вообще жалко, блядь. У тебя что-то давай доставай. Еще нету, блядь. Кресты. Там как алик, и тут как алик. Ну хоть что? Примерно хоть что? На что похоже? Швед? Понимаю, Йор. Ну-ка, на другую сторону переверни. Ну вообще не разобрать. Даже на Йо не похоже. Ну, по... Вообще круг. Вот, о, круг. Просто короче. Круг. Все равно монетосина. Из-под елки. А, вон три короны. Да, шведосина. С этой стороны вообще круг, просто зеленый. Ну, с этой стороны три короны. Более-менее что-то. Ну, открывай свою эту. Не открываю. Безопасность, выбор профессии, давай. Воды. Давай, блядь, так. Ну, а нахер сверху. Чпук. Снизу. Чпук. Нормально. И туда. Да ты вообще обнаглел. А у Алексея у нас здесь... Ничего нет. Земля в руках. Как это? Песок и мысли. Ну что-то звенело. Ищи, что-то было ж. Не-не-не. Давай. Ищи. Вон она. Пуговка. А не, монетосина. Непонятно. Никола не вижу. Монетосина. Потом пруем, посмотрим. Странный или нормальный? Нормально. Ну давай, вытрясывай закладуху. Посмотрим. Под сапогом, что ли? Вон она. Что? Что-то такое толстенькое, прикольное. Что, денежку, что ли? Ну, нет, смотри, птица, да? Деньга. Деньга? Угу. Она же нормальная такая. Сохранилась. Все на поверхности лежит. Все на поверхности, но у меня особый талант выбирать траекторию мимо монет. Это надо уметь. Хорошо порыли. Вроде походили-то и не очень много, а монетосов так... Всплыло хорошо. Ну, у Сержа, как всегда, блин, он вне конкуренции у нас. Походу, он чем-то деда Хабара подкупил. А сейчас у нас небольшой перерыв на фляжку с живой водой. И на яишенку. 100 грамм наркомовских. Да. И на яишенку с колбаской. Водку. Так что у нас... Теплую. С утра сейчас в бане буду. Кулинарная 5-минутка. Машина. Через мост он идет. Нива. Вон идет. Шнива, блядь. Опа. Жека, епта. Жека, да? Леша, ты помог, да? Да. Самое, вот я смотрел, говорит, чувак копает золото, ну, моет. И у него, когда он уезжает на день, на два, самая просматриваемая часть, когда он готовит себе ужин. Мясо жарит на костерке, там, бутеры перекладывает. Бля, так сочно выглядит, так охуительно просто. Можно какое-то время приподняться туда. Ну все, готовится легкий завтрак. Почему легкий? Ну, для трех толстяков легкий, а для меня тощего это целый обед. Я у нас полоскал, да? Толстяков. Ты где-то видел толстяка-то, блядь? Ну, за начало копа. Кстати, по чуть-чуть минералки. Для поднятия энтузиазизма. Чтоб это дух авантюризма воспрял в нас. Смотри, Серега, эго поставочки. Так, ну, наш шеф-повар готовит нам яишенку. Яишенка готова. Так. Продолжение минералки. Святая вода льется. Лёха, дай, пожалуйста. Там нас вон чаёк ожидает, так что завтрак вообще хороший получается. Что ты там, мыльный раствор сделал, что ли? Да. Вон, Серга, уже... Серега, ты уже сколько-то, по-моему, монитос? 10.
завтрак у нас закончился. У нас один комрад ходит вон там в поле. Погода хорошая, солнечная. И сигналы пошли хорошие. И у нас из ямки выходит... Что тут? О, капуста. 2 копейки. Хороший сигнал был, четкий. И сохранчик хороший. 1825 год. Чудесно. Роем дальше. Птички поют, лепота. И сигналы продолжаются. И здесь у нас погнутая, конечно, такая слегка подбитая, но 5 пенни. 1900, то ли 5, то ли что-то такое. Вот так вот монитосы прут. Еще одна, походу, Катя. Ну так, вроде пруд. Ой, это сейчас поднял. Это вот после перерыва, да? Да. Нашего. Это что такое? Я не тру, короче, не три. Вот это 5 пенни, это вот, я вижу. Да. Это вот деньга, Павел первый. Только что поднял. Это я вижу. Да, тут одна, короче, пенни, блядь. Там это, короче, это блядь, вижу, там, это вот, птица, орел. Блядь, птица, блядь. Это не хуй знает, что мы не поняли. Это вот это мы не тоже поняли, непонятно. Ну, нормально. Ну, короче, это. Ну, у меня 3 пока выскочило. Это вот. Вот здесь, вот, вдоль дороги, здесь, да? Да, да, вдоль. Ну, а я вот там, вдоль поля вот так шел. Там. Слушай, я поставил глубокие, короче, сигналы. Медленная реакция, короче. Uh-huh. И иду, короче, очень медленно. И сигналы, короче, ловлю такие тяжелые, короче, но такие более-менее устойчивые, как бы. Ну, в принципе, они, они монетные. Мотор идет. Да. Что, ну, нормально? Я очень хочу курить, потому что я за 15 минут нашел 5 монет. Я сам себя в шоке. Вот. Я готов продолжать, но мне надо покурить. Нам сегодня прет, все, у нас перекур. Мы тут по полям херачим, блин, всякую медь галимую. Блять, упыри на другой берег. Вон туда за заросли переправились. И тут вон серебрухи набрали. Что у нас? О, советы 10, 22-й год. Пятнашка советы 23-й. Слушай, можешь по годовку собирать. И по номиналу. Теперь тебе нужно 20-ку 24-й. 20 копеек 1880-й. Опачки! За липон. А с этой стороны пятнарик. Приколюха. Не, аккуратно. Слушай, классно. 4 серебрухи. А мы за это время подняли только 9 медях. А тут 4 серебрухи. Я кого-то ненавижу. Не буду тыкать пальцем. Вот этим вот. Вот. Единственный минус, то что там, где вот это копалось, там, сука, медведь ходит. Такое, я к ним, конечно, отношусь... С вот такой вот жопой ходят медведь, потому что кучи вот такие лежат просто. Я к ним отношусь по-херистически, конечно, когда я дома на диване, блядь. А когда он тут рядом как-то... Но когда ты на его территории, как-то печально становится. Хер знает, договоришься ли ты с ним. Поэтому ладно, будем пока копать на этом берегу, пока монеты прут. Серж делает баночку, подмыл. Оп, готово. Мыльница. Мыльница. Надо помыло взять? Побольше, да, раствора? Сейчас немножко раствора. Классная идея. Вот тебе, блядь. Что-то ты переборщил, ну, походу. Оно и целиком вываливается, видишь. Ну, если что, это... Ну, если что, я ему... Отольешь. Да. Да, я думаю, он уже не захочет. В крайнем случае, я его к себе кину, монеты.
И теперь погружаем в мыло. Вот так вот. Сохраним немножко. Оп. А твоя мыльница где? У двери вон стоит. Ты, блядь, кто-нибудь придет, сука, выкинет нахер. А я этого не переживу. Так, пойду тоже в дверь ставлю. Надо сохранить. Так, здесь у меня выпитый джин. Оп. Все. Монеты законсервировали. Может быть банка, блядь. Крышка может быть ржавая, круглая. Да не, нихуя. Вот же... она лежит. Вон она. Вот она. И это у нас швед. Это швед. Нихуя, блядь. Бля, швед. Красота, блядь. Смотри, какой, блядь. Блядь, какой красивый. Блядь, какой ты сохран охуенный. Блядь, заебись. 46-й год, 746-й год. Ты охуел, я тут, блядь, мимо подходил. Так я их собираю. Ты что, Вася? Бля, ты смотри, раз, два, ты что, ты плохо ходил? Да не. Смотри, какая эта сторона красивая. Да вообще классно. Это такой, как у меня, блядь. Да, да. У Макс такой же, у меня такой же. Бля. Шикарно. Убери камеру нахуй. Блядь, смотри, анциркулейтед. Смотри, выскочили. 1917, а 1890. 17-й без орла. Без головы, без короны. Не знаю, тереть не буду. Да, да. 17-й без короны. В общем, вот, вот две серебряные. Да. Бля, лысый, да, красавчик. Нормально. Откуда выскочила? Залипуха, бля. Заебись. Вот здесь я хочу, блядь. Хорошо звенели? Слушай, блядь, ну 20, блядь. А вот тут что-то было. Там уже ничего не было. Все, что было, лысый забрал. И сразу, о, мыши, сука, полезли, во, я вижу серых, хвостатых, ушастых тварей, блин. Да нету там больше серебра, чуваки. Эх, лепота-то какая. Хорошо. Лето у нас в Карелии наступило. Серж, что у тебя? Пойдем посмотрим, что у Сержа. Можно немножко полениться, подойти посмотреть. Может, что интересного. А может, ни хрена. Но Серж так увлеченно копает, что... О, кольцо! Ну-ка, как звенит, покажи. Камина! Кольцо! Чего Серега делает? 26. Кольцо! Серебро, походу? Да, да, серебряное. Кольцо серебряное! Красава! А у меня еще одна ложка. Да. Наверное. Нормаляк? С пломбой. Ну-ка. Да, вон пломба видно, проба. О, там, слушай, их 4 штуки, пломбы разные. И здесь что-то еще было. Какой-то рисунок или что-то такое, да, затерлось. Так что вот, закапываем ямки за собой, господа. Не забываем, не свинячим. Все, что-то по полю, да, походили. Вообще там одна медалька и пару монетосов. Есть, как-то грустновато. У нас конце, через 10 военный совет, куда идти дальше. Есть, по... есть куда идти? Да. Ну-ка. Есть вот полянка, вот она. Мы сейчас где? А, нам вот сюда вот, да? Сюда, вот сюда на полянку. Нам еще вон дальше. Вон дальше смотри. Не-не. А, то вот болото, то ламбина. А вот здесь вот, да, есть поле. Ну-ка, стой, ниже. Вот смотри, вон дом стоял, сруб. Где? Вот, квадрат. Квадрат. Вот. Где? Вот. Это не сруб, это участок. Возможно, дом стоял. Нет. Вася, ты что, четыре глаза не видишь? О, или? Смотри. Это поле. Раз яйцо, два яйцо, это этот. Это член? Да. Типа нехер туда идти. В общем, карта говорит, что нехер туда идти, но мы упрямые, мы пойдем. Все, грустное какое-то поле, блин. В общем, отдохнули и пошли дальше. Там впереди еще небольшая полянка. И есть шанс, что там стояли дома. И будут находки. А пока уже немножечко устали. Копаем. Где-то с часов 10 утра. И сейчас у нас времени уже 5 часов. Как бы охота пожрать. Ой.
Вон впереди уже виднеется просвет. Вот походу там стоял дом. Сейчас посмотрим, разведаем, как пойдут сигналы. И обратно в лагерь. И если что, может на другой берег. И Сержио сходу, ворвавшись на поляну, походу, что у него тут? Вики-вики. Вон там. Вики-вики. Вики-вики. Да не говори, что монитос. Вот. Монитос. Ну-ка. Ну да. Пусто? Слушай, да, я не могу. Но вроде похоже, но... Не, не она, слишком тонкая какая-то. Ну, тут кружочек, конечно, просто. Круг. Угу. Даже не разобрать. Вообще непонятно, что. Даже непонятно, блин, наша, не наша. Ну, посмотрим потом. Ну, вот так вот, Серж сходу. Упырь, одним словом. И у нас, Павел Первый Копейка выскочил. Ай, корявые руки. Нормально. Уже что-то. Прут монетки. Так, что там, Серга, у тебя? Это что такое? Это два. А, это этот? Шведос? Патинированный. Охуенный швед. 1746 год. Ох ты ж, блин, ну-ка, дай заценю. Че, надо. Уже отошел. Ну-ка. Блин, жаль. Вот это классно, 1746. Это что там такое? Йорики, СМ. Ой, и льваха так хорошо видно с коронами. Это мусор. Все вообще шикардосно. Это мусор. Честно, Макс, говорю, найду, отдам. Пини, одна пиня мусор. Да, слушай, вообще зачетный, наверное. Мусор. Серж, Серж закидывает монитосы в мыло. Леха, бля, вообще, бля, прям... Ну, это который у дома, да? Как новый, а? Блядь. Который у дома кружок поднял. Да. Это я видел, но... Все, мы вернулись в лагерь после поляны, задолбанные, я вот уставшие. Тоже поднял, у меня вообще четко прям отмывается. Сейчас у нас ужин или обед, хер знает что. Хаваем, немножко отдыхаем и дальше лопатить. Нам сегодня еще шведов нужно море поднять. Вот.